Животное ты или монашка? Таким вопросом задавались гости показа дизайнера Мишаня. На днях в Москве состоялась презентация новой провокационной коллекции бренда. Собственная линия одежды и огромное количество подписчиков в Инстаграм уже давно сделали жену Дина МС на порядок популярнее своего супруга. Рэпер признался, что во всем поддерживает Мишаню и никакой конкуренции между ними нет. Не, никакого соперничества быть не может, я наоборот радуюсь за нее. Тем более любая нужная для меня информация может быть выложена в ее Инстаграме. Она более интересна именно как блогер, как человек, активный в социальных медиа. Новая коллекция «Дикая скромность» от Мишани призвана подчеркнуть женскую сексуальность, но при этом не вызвать осуждающих взглядов. Недавно став мамой, дизайнер поняла, что рождение ребенка не повод ставить крест на своих желаниях. Я родила ребенка, может быть, должна быть такой, наверное, такой мамочкой, послушной, хорошей, но при этом, извините, нет, на площадке детской тоже можно выглядеть просто, но при этом сексуально. На злобу всем другим мамочкам. В каждой девушке есть природная дикость. Именно ее и раскрывали модели на подиуме. А гости не могли оторвать глаз от этих красоток. Поддержать Мишаню пришли ее звездные друзья. Знаю, насколько это трудно, как это тяжело. И организовать показ, и уж тем более открыть магазин, потому что сама неоднократно этим занималась. Они всегда с мужем меня поддерживают, поэтому у нас такой взаимно зачет, взаимный обмен энергиями и дружбой. Быть женой рэпера – это особое искусство, считает СТ. Он остался в восторге от дерзких нарядов, которые хочется побыстрее сорвать. Я уверен, будет справиться с спросом у широкой аудитории. Потому что, да, это не платьишки, костюмчики, как вот привыкли ждать от женщин-модельеров, а это что-то вот такое новое, экспериментальное, резкое, дерзкое. Мне еще очень понравилось на пригласительных хэштеги, которые были, то есть «жена рэпера», «ты ж мать». Мне очень нравится Мишаня, ее самоирония, и это замечательно.